Я же снимаю. Здравствуйте. Отойдите. Здравствуйте. Сегодня у нас 8 декабря. Мы приехали в Жирону, чтобы посетить китайский ресторан. И отметить Танюшины день рождения. И тети Лены тоже. Ну вот мы подошли, вот он такой ресторан. Лёша, так ты куда пошёл-то? Я пошёл отойти от вашей камеры, женщина. Вот такой ресторан. Сегодня 8 евро. Там такой красивый. Там. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Какая у вас красота на столе. Аня, а вот вторая. Леночка, дорогая, поздравляю тебя. Спасибо. Так, ты камеру направила, по-моему, куда-то туда далеко. Ну и что? Поздравляю. Не поднять, а представить. У нее есть камера и будет снимать. Да, сейчас будете мне давать интервью. Девчонки, я так опозорилась. Я приготовила пакет и забыла его дома. Так, ладно, давай, все, заканчивайте. Подарок. Какая красота, спасибо, так люблю цветы, я так люблю. Вот, что, поставим на стол? Сейчас, большой стол. Поставим на стол? Я посажу. Да, да. Честное здоровье. Спасибо большое. Ну-ка. Какая красота. Красота. Я вот это вот взяла. Хоть на стол посредину поставить или куда? Извините вас, как зовут я? Людмила. Людмила, я Татьяна. Да. Моя сестра. Ты не помнишь, она здесь жила. Я, нет, я вас видела, но я просто как-то не общалась. И я больше на фотографиях вообще-то вас видела. Лена, чего? Расскажи, что ты ешь. Я ем устрицы, которые едят живыми. Они живые. Я их полила лимончиком. И они живые? Да. И глотать их надо полностью целиком. Ложишь в ротик и заглатываешь. Ну-ка, сейчас посмотрим. Хочу смотреть. Я не покажу, как я глотаю. Какой деликатес. Я кушаю, думаю, сейчас. Бабушка, смотри, сколько вам всего. Бабушка с дедушкой прилетали первые, забрали все утрицы. Забрали все утрицы? Давай. Давай, я тоже. А, сейчас? Mm-hmm. Я думала, ты где-то раньше поехала. Нет. Кто же в ресторан идет? Наверху. Mm-hmm. Никто, мы все пришли голодные. Мы два дня до этого не ели, да? Чтобы тут все съесть. Ну, давайте. Татьяна. Танечка, давай. Вот и плыву. Дружочек, за тебя. И за нас. И за тебя. И за Лешу. За именинников. За именинников. И за тебя. Леша там тоже был. Леша у нас тоже стрелец. Спасибо. Хотя все мне говорили, что стрельцы со стрельцами не уживаются. Как видите, уживаются. Как бывает? Не говори. Но самое... Себе сама решили, как было. Точно. Забыла горе и страдания, что на земле.
смотреть без суеты на земле есть мир, очарование, чудный мир любви и красоты. Это вот как раз красота, это наши радостные, сочувственные эмоции, связанные с нашей компанией, с нашей именинницей Татьяной. Так что желаю счастья, здоровья, и давайте-ка по этому поводу сейчас и примем это поздравление. Выпьем. Здоровья, радости, благополучия. Люда, вам еще воду-то свою. Да. Давай. Так, чокайтесь, потому что я вас не вижу. А куда ты хочу сработать? Нет. А в каком ресторане? Илья. Девушки, ну как покушали? Еле двигаемся. Еле так поели. Как отметили день рождения. Да. Скажи, адьос, диета. Нет, здравствуй, диета. Целый день будем воздерживаться от еды. На ночь глядя не будет. Да. Ну, завтрашнего дня. Время 4 часа, иначе можем до завтрашнего обеда. Вот такая она жирона. Как бы меня тут машина не стоптала. Ой, Ирина, что делает? В ресторане. Слышишь, 2 часа были в ресторане. Молодцы. Что говоришь? Я говорю, 2 часа в ресторане провели. Где наши лето? А я же была дольше, да? А ты же 2 часа в кино. Замечательный день, замечательная погода. Кушать за 2 часа уже можно давно дослушать. И не подумаешь, да, что это зима. Да, вот именно.